Привет всем, друзья, с вами Мистер Чир, и мы с вами продолжаем карьеру за Илюху Сорокина в НХЛ 18. У нас тот же соперник, что был и в прошлом матче, поэтому мы обязаны их также обыграть. Полетели. Чего, да? Мне кажется, уже не получится так обыграть соперника, как в прошлом матче, но посмотрите, что Чиода с Радки сотворили. Чиода просто взял на себя... Стянул троих защитников, отдал передачу на через вратарскую, смотрите, через вратарскую, и Радки спокойно уже в пустой уголочек эту шайбу отправляет. Ну, блин, честно, в начале матча такой атаки от наших парней я никогда не ожидаю, так что... Начало неплохое. Стефана на синюю можно было бросить. Нет. Кэмерон бросок. Подаем защитника. Чиода, Стефано. Вновь Чиода. Ну Чиода сегодня прям, смотрите, какой быстренький парниша-то. Кэмерон. Пронер. Чиода. Кэмерон, Пронер. Вновь Чиода. Радке! Ну, что происходит? Что происходит с нашей атакой? 2-0. И вновь с передачи Чиоды. А, нет, это Стефана забрасывает. Стефан оказался на... На правом фланге. А Радки оказался на пятаке. Ну что, 2-0. Чиода сегодня раздает передачки. И это даже смотрится неплохо. Особенно... После 4 минут сыгранных в матче и счет шикарный. Можно на Финору отдать было на ход. Хаверчук сам. Берет пример с Чиоды. Хаверчук. Нижников. Эх, неудобно было ему бросать. Такер. Такер, бросок. Шайба. Подает Финору. Отличный пас. Ну, на неудобную. На неудобную Кириллу эта шайба пришла. И Сузуки... Убегает в контратаку на смене своей команды. Сушко. От своего же защитника шайба отправилась в ворота. 1-2. Давайте посмотрим на повторе. Максим Сушко. Мы реагировали на бросок, но благодаря рикошету эта шайба залетает в ворота. Вот пас доходит до дальнего пятака. Бросок. Мы смещаемся под бросок. Уже его собираемся ловить. Но если бы мы остались на той же позиции, хотя бы вот здесь бы остались, шайба бы не залетела в ворота. Обидно. Обидно пропускать такую шайбу. Стефано бросок, вратарь не ловит шайбу. Стефано, ей можно было в одно касание бросить. Вратарь не успевал перемещаться. Чего, да? Стефано. Пас на Чиоду обратно, хорошо. Отбили, прижать сразу. Тихо. Не дает бросить, Хайцер. Вилмс, Пека, есть. 3-1. За минуту до конца мы все-таки вновь увеличиваем отрыв от соперников. Две шайбы. Джедон Пека. Давайте все-таки узнаем, как правильно его зовут. Его фамилию. Потому что я читаю, как пишется. Может, он Печа какой-нибудь. Спасибо. Диктор так и не ответил. Но мы тут засейвили. Ну что, первый период мы выиграем благодаря нашим пацанам.
Но и гол, конечно же, обидный. Отзывов нет. Ничего себе. Впервые вижу, чтобы не было отзывов. Понимаете? Нету отзывов. А вот, есть отзыв. Чтобы снизить натиск противника на ваши ворота, выбивайте шайбу из зоны защиты, если есть возможность. Поняли, да? Этим мы будем заниматься. Погнали. Не попадает Сушко по воротам. Ох, какой хороший силовой прием от Радки. Били. Сушко вновь выходил на этот бросок, но у него в этот раз выбили шайбу. Хэнкук. Ух, как же нам сейчас повезло-то, а? Об две штанги вроде бы сейчас шайба стукнулась, но не залетела в наши ворота. Ой-ой-ой-ой. Быстренько встаем и бежим обороняться. Хорошо. Выкинули шайбу. Кирилл, Финора. Финора. Пас хороший. Мюррей бросить бы. Мюррей бросок. Не попадает в створ. Смит. Получает по лицу. Можно убегать. Бегу как могу, друзья. Втопил просто. Бросок. Мёрый бросок. Не долетает он даже до ворот. Бросай. Бросок. Голкипер. Радки. Оно добивает ничего. Да, ну, тут твоя ошибка. Радке. Хороший пас! Защитник принимает на себя этот бросок. Еще один пас нужен был. А вот здесь бросочек от Мюрре. Чего, да? Радке. Мешают ему бросить. Радке. Пас отличный! Голкипер. Фух. Просто выбрось. Хорош. Нет, не выбросили. Растерзали. Растерзали и сразу же забрасывают. Они вторую шайбу. Счет делается 2-3. Шмальц в том матче также забрасывал нам две шайбы. Отбили вот здесь. Отбили здесь. И она все равно залетела. Давайте посмотрим на повторе. Потому что мы вроде бы все делали как надо. Вот бросок. Шайба до нас долетает. Мы успеваем упасть на щитки. Успеваем даже сразу же сместиться влево. Вот здесь. Шайбу отбиваем. И дальше он уже сложится в ту сторону, мы не успели. Окей, погнали дальше. Такер! А он, кстати, был удален в тот момент, когда нам забрасывали вторую шайбу, поэтому исправил он свою ошибку. Красавчик, счет делается 2-4. Все-таки вновь в две шайбы мы заканчиваем период. Довольно-таки слабый бросочек. Здесь голкипер должен был на него реагировать и его отражать. Но почему-то был слишком сильно открыт ближний угол. 2-4. Два раза, кстати, отбили. Неплохо. Общая оценка 4 с минусом. По сейву у нас проблемы. Ну а так везде все отлично. И пятая не залетает. Радки. Аккуратно. Подставленная клюшка. И
3-4. Хэнкок. Смотрим на повторе. Прям перед нами поставил клюшку. Я видел эту шайбу, но на нее не среагировать, потому что мы уже среагировали на бросок. Сузуки. Сузуки не попадает по шайбе, и тут его сносят. Может, шайбу отберем? Дуглас. Почему по самому не уйти в отрыв? Взять шайбу. Вновь просто выбросить Брау. Заставляет нас работать. Филлипс. Выбрасывай. Хорошо. Отбили. 5 с плюсом тебе, братуля. Пропускаем все-таки шайбу. Не самое сложное. А был удален капитан, оказывается. Просто бросок, на который мы не среагировали. Нет, мы на него среагировали, но мы его не взяли. Как я и говорил, наши парни в третьем периоде творят какую-то дичь. Шайба не забрасывается. Не засчитана, точнее. Она забрасывается, но она не засчитана. Не понимаю, почему при выходе один на один получается такой бросок у наших игроков постоянно. Но это просто ужасно. Отбились. Бросай. Нет. Кэмерон, бросок в дальний бы угол. Дэниелс бы не спас. Хорош силовой прием. Аж шлем отлетел. Радке. Из-за тебя было удаление. Поэтому нужно выходить вперед. Теперь ответочка. Радке отдал передачу на Чиодге. На Чиоду. Наверное, все-таки правильно так. И Чиода забрасывает в девятиночку. Лукас Чиода. Всего лишь 7-я шайба, как я увидел, или 9-я. Но зато какая. Реально красивая шайба. Хлоп. 7-я, да, 7-я шайба. Радки и Пронер. Голевые передачи. Ну что, продержаться всего лишь половину третьего периода нам нужно. Удастся ли нам это сделать? Мы узнаем буквально через 10 минут. Уф! Кэмерон. Пас. Хорошо, Стефану на Чиоду. Чиоду не дает нормально бросить. Ох, мясо сейчас будет. Выше ворот. Шайба доходит до Радки. Радки! Сам щелчок. Отбивание никого. А именно такую шайбу забросили американцы в ворота сборной России в четвертьфинале чемпионата мира молодежного. Благодаря этой шайбе они и выиграли. Бросок Стефано. Тихо. Взять шайбу, отдать. Хорошо. Чего? Да, ну нельзя терять в этот момент шайбу. Нужно сюда атаку доводить до броска. Как долго он катается. Отбили. Отдали. Кирилл, бросок. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. Отбили. Прижались. Не вижу. Вот вижу теперь, где шайба. Последние 40 секунд. Просто последний. И вошли в зону с офсайдом. Пустые ворота. Ой-ой-ой, жаришка. Скинули. Как это мы зря, наверное, сделали. Нет, не зря. Кэмерон. Ну выйди из зоны хотя бы. Хорошо.
Кэмерон, пустые, ну же, в пустые Стефану, да. Это победа, очередная победа над этими мишками. Все-таки мы смогли этот матч выиграть. Вновь пустые ворота. Вот это попадание. 18 секунд остается. Так, зря, наверное, я сказал, что мы выиграли. Ник Сузуки. Давайте посмотрим на повторе. Ну, реально красивая шайба. Пульк и от штанги. Она еще и вылетела. Умудрилась вылететь. Давайте посмотрим на повторе. Оп. Она залетела вообще, а? Я сейчас буду досконально смотреть. Да, она залетела. Обидно, конечно. Позиция на плюс. Команда игра на Б на 4 с плюсами, сейвы на четверку. Ну, блин, это хороший результат, если так и закончится. Потому что нельзя сейчас пропускать. Надо, чтобы наши парни выиграли вбрасывание. Иначе... Понятно. Снова Сузуки с шайбой. Отбили! Ух! Тихо. Тихо! Вот это было страшновато. Ну что, друзья, это победка. Уже точно. В конце даже пришлось немножечко припотеть. Командная игра даже на АС плюс, АС минусом, да? Ну, Б4 общая оценка. Это лучший результат, наверное, за все, когда мы играли в карьеру за Илюху Сорокина. Все парни наши. И 31 сейв. 31 сейв. Больше, чем даже у вратаря соперника. Давайте посмотрим общую оценку за весь сезон. Как же нас оценивает тренер? Оценивает ли он нас на все четверочки? Тренер? Четверка, четверка с плюсом и тройка с плюсом. Но неплохо, неплохо. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайкосики, вступайте в группу ВКонтакте. Не пропускайте видосы, ведь они сейчас выходят по 2 ролика в день. Пока!